Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Лиар. Сегодня у нас будет Карнивор, или по-другому, Плотоядный, шагоход из вселенной Робогир. До этого у нас были другие боевые машины, и также был его предшественник, Предатор или Хищник. Карнивор предназначался для комплектации линейных частей Протектората. Это основная боевая машина армии. Эта машина отличается от своего предшественника Предатора в основном вооружением. Уязвимая и сложная в эксплуатации лазерная пушка заменена на легкую бронебойную пушку, а спарка тяжелых ракет уступила место спарке неуправляемых ракет. Карнивору добавили брони, из-за чего подвижность шагающего танка незначительно уменьшилась. В целом же Карнивор оказался очень полезной боевой машиной, пригодной для выполнения самого широкого круга боевых задач. Он стал первым образцом линейного шагающего танка, поистине универсальной машины, предназначенной для массового применения в войсках. Со временем эти недорогие, неприхотливые в обслуживании шагающие танки стали основой бронечастей Протектората. Карнивор – последняя из известных модель шагающего танка, построенная на основе моноблока РМ-1. Следующие боевые машины этого типа созданы уже на базе новых разработок инженеров Протектората. Сейчас же давайте более детально рассмотрим боевую машину. Размер шагохода в высоту 4,5 метра, экипаж 1 человек, вес 4,5 тонны, моноблок РМ-1, разработчик Робогир Индастрис Ангеран. Вооружение шагохода состоит из ракет, спаренная пусковая установка «Алебарда», неуправляемые ракеты МК-12, легкая бронебойная пушка АПЦ-20С и плазменная пушка «Драконье пламя» ПГМ-13МК-1. Прочитаем о вооружении поподробнее. Легкая бронебойная пушка калибра 20 мм АПЦ-20С, производство фирмы Solar Guns and Cannons Industries. Эта пушка достаточно компактна и легка. Она устанавливается на том же креплении, что и лазерная пушка Предатора. По этой причине инженерам не пришлось вносить множество изменений в конструкцию нового шагающего танка. Опыт боевого применения показал, что мощность нового орудия явно недостаточна. Хоть пушка АПЦ-20С и называется бронебойной, но ее эффективность на малой и средней дистанции уступает даже некоторым моделям пулеметов. В итоге это орудие так и не получило широкого распространения и осталось лишь в арсенале Карнивора. Плазменная пушка «Драконье пламя» Dragonfire PGM-13 МК-1. Эта пушка производится корпорацией Starfire Industries. Орудие стреляет сгустком высокотемпературной плазмы, заключенной в магнитный кокон. Поражающий эффект – сочетание силы взрыва и огромной температуры, плазменной вспышки. В отличие от обычной, плазменная пушка не требует боеприпасов. Уникальная конструкция драконьего пламени позволяет наращивать мощность орудия при увеличении мощности, поступающей к нему от реактора. Ну и напоследок, спаренные пусковые установки «Алебарда», неуправляемые ракеты МК-12. Ракеты МК-12 не имеют собственной системы самонаведения. Стрелок наводит их на цель, подобно артиллерийскому огню, с помощью оптического прицела. Эти ракеты широко распространены повсюду, благодаря своим низким ценам. Пусковые установки ракет МК-12 – отличное оружие для массовых моделей техники. Установка производится компанией General Rocketry Terranon Corporation. Ну вот и все, друзья мои. Это, в принципе, все, что можно сказать про Карнивор или Плотоядный. Он почти ничем не отличается от Хищника, разве что сменил пушку, да укрепился броней. А я на этом с вами прощаюсь. Всем пока-пока.